таких, знаете, ребер, наклонов корпуса. Остальное все четвертого уровня. Да. Анастасия Платонова, Александр Грачев на льду. Да, вы знаете, я вот их очень люблю. Это наша молодая пара. Я очень много занималась тем, что я очень просила, чтобы им дали вот этап. Потому что они на меня в прошлом году на чемпионате России произвели очень сильное впечатление. Катаются под ноктюрн Арно Бабаджаняна. Да. Здорово! Господи, не сглазить вам. Стой! Прекрасный танец. Если они здесь поставят за дорожки второй уровень, я с ними не соглашусь. Потому что так они здорово катались. Именно катались. А музыкой просто дышали. Каждый шаг был пронизан музыкой.
Это было не просто катание под музыку. Это было огромное выражение смысла этой музыки, слов этой музыки, чувств, которые заложены в эту музыку. Я, кстати, не хотела, чтобы они с прошлого года меняли программу, потому что ее никто не видел. Никто не видел. Никто не видел, кроме нас с вами, Вася, на чемпионате России. Да. У них была совершенно потрясающая программа танго. Ну, они как творческие. Вы посмотрите, как они с полной отдачей. Я даже боялась, что их в конце будет заносить. Ну, их, может быть, на вращение немножко и из-за этого, нет? Ну, нет, все так наверное. Просто. Просто здорово. Обожаю фигурное катание. Как я за люблю, это. Как я люблю, когда появляются вот какие-то новые, понимаете, пары. И так они подошли друг к другу. Работают вообще, как говорится, без помощи общественности. Да, потому что просто, как говорится, голые и босые. На твизлах вы даже не выдержали, не смогли промолчать, насколько не это был великолепный заход, это и было... какие-то были да. Твизлы. Да. Все очень логично и очень все по-человечески. Никаких таких давленных эмоций, никаких специальных. Вот как музыка Бабаджаняна. Вроде... Чисто-чисто. Угу. Без ложного надрыва, но... Хочется да. Рыдать. Step sequence, да? Вообще первый уровень поставили? Нет, это вращение первого уровня. А, вращение поставили. А, дорожку прямую а почему они третьего поставили? Уровня. Да, а серпантин второго. Ну, хотя бы дорожку поставили, хотя бы дорожку оценили. Ну, а во вращении, когда они сместились, наверное, недостаточно было оборотов. Я так не думаю, я могу посчитать.